Здание таможни в энергетике появилось еще 2 года назад, а вот за подъездную дорогу к нему взялись только в этом году. Свидетелями стройки стали жители многоквартирных домов напротив, в том числе и Галина Анатольевна. Она-то и забила тревогу, когда подрядчик приступил к обустройству ливневой канализации. Роют ямы, там делают ливневку, делают трубы и вывозят песок вот именно напротив нашего дома, напротив общежития. Я обратилась к Николаю Петровичу лично, да, ему позвонила, он сказал, что вам вот эту дорогу будет асфальтировать. У нас щебенка, у нас нормально. Еще нету проекта, когда будут асфальтировать, когда выделят деньги. Вопрос вызвала и технология: сперва асфальт, потом ливневка. Но специалисты заверили, так надо. Сначала вывели отметки по дорожному полотну, затем уже вырезали кромку, установили лотки. Ну и действительно, подрядная организация. Во-первых, по технологии так было попроще. Во-вторых, действительно, поставщики уже задержали поставку лотков. Что касается гор песка, то подрядчику все же придется их убрать. К работам уже приступили. Выписали им предписание, чтобы они устранили эти замечания. С этой недели грунт уже должны вывозить. Убрать следы своей работы подрядчик должен до 27 ноября. Екатерина Устюшенко, РДМ Гармаев, телекомпания АТВ.